Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В ближайшие дни ветер усилится до 21 метра в секунду. На большей части территории области снег и метель. Ожидается, что на выходных ночью столбики термометров опустятся до минус 20. В связи с этим велика вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. С 12 декабря звенья функциональной территориальной подсистемы Курской области будут приведены в повышенную готовность. Главное управление то же самое будет приведено в повышенную готовность. И в случае возникновения каких-то нештатных ситуаций гражданам рекомендуем обращаться по телефону 112.